Даже те, у кого на данный момент нет глаз. Я просто хотел избежать... О, Геральт, мы тебя ждали. Как это мило с вашей стороны. Ты хотел объяснить свой план. План прост. Но не думайте, будто его просто выполнить. Я активирую солнечный камень. Если Карантир ответит на призыв, Нагльфар через минуту появится в заливе. Ложа помешает кораблю вернуться в мир Айн-Эйли, а императорский флот отрежет его от моря. Затем 7-й пехотный полк Имлак пойдет на абордаж под командованием принца Варатры. Ты поддержишь их. Ого. Эмгир не жалеет средств. Чтобы нам помочь, он остановил наступление на Скеллиге. Он делает это не бескорыстно. Он делает это по тем же самым причинам, что и мы. Дамы и господа, меньше болтаем, больше делаем. Девушки, идем на скалы. Удачи. Я не услышал одной существенной детали. Что с Цири? Она подождет. На безопасном расстоянии от Нагльфара. Я так понимаю, не этого ты хотела? Ага. Я хотела пойти с тобой. Но я не согласился. Риск слишком велик. Ты не имеешь права ей приказывать. Забавно. Зираэль сказала то же самое, только значительно громче. У меня есть такое право, потому что только я могу активировать камень. Я буду делать это на своих условиях. Или не буду вовсе. Зираэль согласилась с этим доводом. Уверен, что ты тоже. Зираэль, ты клянешься, что останешься на берегу? А у меня есть выбор? Куда ты? Гулять! Или это тоже запрещено? Вдруг я себе ногу сломаю? Да. Старшая кровь бывает горячей. По своему опыту могу сказать, что запретами от Цири ничего не добьешься. В результате она все равно все сделает по-своему. Надеюсь. Что? Неважно. Время не ждет. Если ты хочешь чем-то еще заняться, наварить этих своих снадобий, сделай это сейчас. Потом времени не будет. Я подожду у лодок с солдатами. Ян, что ты здесь делаешь? Жду тебя. Что-то случилось? Пока нет, но может. Очень может быть, этот бой будет для нас последним. Ладно, нас ждет бой с Эридином и всей дикой охотой. Может получиться, как под Соданом, или хуже. Хуже Содана быть не может. Послушай, когда все закончится, если мы останемся живы, я бы хотела уехать. Далеко. И я хочу, чтобы ты поехал со мной. Куда? Все равно. В Повис, за Драконьи горы, может, даже в Зириканию. Как можно дальше от политики, интриг и так называемого высшего света. С тобой везде. На такой ответ я и надеялась. Иди, Геральт. А Валак ждет. И не дай себя убить.
слышала, бригаде? Эмлиадер Кокс. Император поведет нас прямо на ноги. Эссейон Драйс Айфмахэль. Вы шпионить или по делу? Покажи мне свой. Бывай. Я видел тебя в Визиме. Ну как, Геральт, ты готов? Давай достанем этих ублюдков. С удовольствием, Геральт. С удовольствием. Здесь.
Почти я это. Почти. Изгодят. Хорошо. Давай заканчивать. Ватер.
видел цвет. Она была с этим боевым! Ее и не побьешь! Сбрасывай их в бой! Что скажешь? Заткнись и дерись! У тебя был шанс. Я так ждал тебя. Почему? Хотел тебе кое-что сказать. Позже. Когда ты будешь умирать? Нехорошо. Thank you.
Так что ты хотел мне сказать? Авалак обманул нас обоих. Он стравил нас, а сам забрал Цириллу. Я тебе не верю. Как? Я думала, ты знаешь. Я знаю только, что Авалак нас, возможно, предал. Что там? Шторм? Геральт, смотри. Thank you.
магическим барьером. Сможешь его снять? Снять? Нет. В лучшем случае я сделаю в нем пролом. Но только на минуту, потому что нельзя... Короче, Ян, мы войдем оба? Нет. Ты пойдешь один. Я вернусь к тебе с целью. Ясно. Агарет! Фейерганы Агарет! Давай, Геральт! Со мной все в порядке. Иди, иди. И передай Валак мой пламенный привет. Надеялся, что тебе не придется этого видеть. Где Цири? Недалеко. Послушай. Заткнись. Я уже наслушался твоей брехни. Берись за оружие и покончим с этим. Обольщайся. Однажды я тебе уже поверил. Второй раз я этой ошибки не совершу. Я тебе не враг. Я просто помогаю Цири. Я не верю тебе. После всего, что случилось, я просто не могу тебе верить. А мне? Авалак говорит правду. Я попросила, чтобы он помог мне открыть башню, потому что я хочу туда войти. О своих планах ты решила не предупреждать? Знаю, знаю, я должна была сказать. Но я боялась, что ты не поймешь. Похоже, у Йеннифер подросла достойная смена. Пойдем отсюда, прошу тебя. Позже, Геральт, когда я вернусь из башни. Если вернусь. Зачем тебе туда? Дикая охота повержена. Но не белый хлад. Предания говорят правду. Я видела миры, скованные льдом. Я видела, что вас ждет. Только старшая кровь может остановить белый хлад. Только я. Обязательно приносить себя в жертву. Ты ошибаешься. Белый хлад неизбежен. Он идет, вымораживая один мир за другим, уничтожая всякую жизнь. Только я могу остановить разрушение. Я долго думала об этом и уже все решила. Должен же быть другой выход. Что ты знаешь о спасении мира, дурачок? Ты же простой ведьмак. Это моя история, не твоя. И позволь мне ее закончить. Не поступай так со мной. Прошу. Не сейчас. Геральт, поверь мне. Я бы хотела поехать с тобой в какую-нибудь корчму, пить глинтвейн, сушить сапоги. Но я не могу. Я должна попытаться. Ради тебя, Йен, Трис, всех. Держи за меня кулаки.
прошу за мной. Господин капитан! Докладывай! Четвертый эскадрон КТ и вся дивизия Фрунсберг дезертировали. Генерал Ворхис уже знает? Он на совете. Туда никого не впускают. Вздор! Немедленно ступай и доложи ему. Сейчас здесь будут риданцы. Его... Решать надо немедленно. И если император... Какая? Цири мертва. Как это случилось? Знаешь пророчество о Белом Хладе? Цири попыталась его предотвратить. Ей удалось, но она заплатила за это самую высокую цену. Где тело? Не думаю, что его когда-нибудь удастся отыскать. Кто еще знает? Авалак, эльфский знающий. Но его ты тоже вряд ли найдешь. А Йеннефер? Она решила остаться на севере, если у тебя нет возражений. Нет. Что ты? После войны для ведьмака всегда найдется работа. Поеду на восток, а может на север. Цирилла говорила что-нибудь? Она хотела мне что-то передать. Мы не говорили о тебе. Я понимаю. Если это все, то я пойду. Не все, но ты можешь идти. Ведьмак, я не хочу... Не хочу тебя больше видеть. Помочь вам с телегой? Нет. Да она и не совсем наша. Трофей, так сказать. Мужики так спешили, что все побросали. Ну так не оставлять же добро риданцам. Грядут перемены. Мы уж привыкли. Черные ушли, значит, жди охотников на ведьм. Но жизнь-то продолжается. Это правда. Ну, за работу, чтоб до ночи управиться. Мне пора. Удачи вам. А вы куда? До корчмы надо думать? Да, но сперва мне надо кое с кем встретиться. На месте старого Нильфгаардского лагеря. Бывайте. Бывайте.